Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне TKL 20 Pro включить режим энергосбережения. Заходим в настройки. Далее. Переходим в пункт управления ресурсами, батарея. И выбираем стандартный режим энергосбережения, либо же режим суперэкономии. Выглядит он следующим образом. Чтобы из него выйти, нажимаем сюда. И выходим. Также, чтобы каждый раз не заходить в настройки, можем просто открыть шторку и здесь нажать режим энергосбережения. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!